комбайн пригнан, комбайн на месте. Значит, есть там некоторые моменты по рулевому, нужно заменить один из цилиндров. Ничего сложного. Помогли с техникой и поддержали рублем. Люди со всей страны протянули руку помощи аграриям Первомайского района, которые за одну ночь лишились почти всей сельхозтехники – 3 комбайнов и 4 тракторов. Сегодня пострадавшие с небольшой задержкой, но все же начали уборочную кампанию. Параллельно со сбором урожая по крупицам восстанавливают обгоревшие машины. Всем спасибо, всем неравнодушным, всем, кто откликнулся, спасибо за помощь. Что, жизнь продолжается, работаем, восстанавливаем. По словам пострадавших, неизвестные специально поджигали кабины и двигатели. Сейчас дело расследуют правоохранители. Ход расследования также находится на контроле прокурора Алтайского края Антона Германа. Ни с кем не ссорились, никому не должны, нам никто не должен. А между тем, буквально на днях стало известно, что поджигатели завелись и в Михайловском районе. В селе Бастан огонь забрал фермерскую технику. Ни трава, ничего не сгорело. Видно, что это единичный, каждая единица специально подожжена. Сгорело в процессе пожара наш вагончик. Сгорело 2 МТЗ-82. Трактора были свежие. Один был 2014 года, другой был 2010 года. Сгорела сенокоска. Сгорел частично рулонник. В результате поджога целое стадо животных, почти 100 голов, остались без еды, рассказывает пострадавший фермер Юрий Шматков. Крестьяне успели заготовить 300 рулонов сена, а нужно еще 700. Но техники больше нет, как и средств на покупку. На маленьких телят, которые этого года рождения, нам-то хватит еще корма, а крупных придется всех угнать на мясокомбинат. Пострадавшие фермеры из Первомайского района намерены оказать посильную помощь коллеге из Михайловского района, а именно по максимуму привлечь внимание общественности к проблеме. На беду фермера может откликнуться и любой из нас. На экране реквизиты для помощи. А мы, в свою очередь, надеемся, что дела о поджогах сразу в двух районах края оперативно раскроют. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова. День с толком.